прежде всего я хотел бы подтолкнуться от слова «первый». Нам принципиально важно, потом вот второй, пятый, десятый, но это первый, который будет обслуживать клиентов по всей Российской Федерации через систему Центробанка, да, кто будет обращаться с такой услугой. Но и впоследствии еще, о чем с вами говорить, даже все финансовые учреждения, которые имеют тоже к этому отношение. Но я вот сегодня говорил про первый, это про Гагарин, про аэропорт, который, да, это тоже было время первых. И мы помним, что судьба Гагарина связана с Саратовской областью. Но сам факт для нас очень важно, что сегодня именно в цифровом мире, вот, я сказал, что у нас есть новые функциональные центры на территории, как они успешно работают и насколько уже жители привыкли к этой части, и такое общение все-таки набирает обороты, да, это жизнь сама диктует. Но в части вопросов финансов достаточно много остается еще проблем, вопросов, и я думаю, что Центробанк принял решение такое, открыть такой инновационный центр на территории Саратовской области, на базе нашего отделения Центробанка Российской Федерации. Это очень важно, понимаете, как для жителей Саратовской области и вообще. Поэтому я считаю, что к чему еще это важно, это, во-первых, и имиджевые вещи, о чем это говорит, что есть достаточно хорошая школа экономистов, финансистов и работников банковской системы. Это говорит, что есть сегодня действующие кадры, которые способны усилить уже тот центр, который есть еще с теми дополнительными задачами, которые поставлены. Но и, во-вторых, это рабочие места. Не так, когда мы видим оптимизацию, в том числе иногда в банковской структуре происходит, да, учитывая как раз опять все те современные возможности коммуникации, а здесь мы дополнительно создаем рабочие места. Поэтому вот я считаю, что для области это очень хороший сегодня проект.